Группа европейских и американских ученых при финансовой поддержке фонда Гетти открыла сайт «Ближе к Ван Эйкам, исследуя генский алтарь», где можно рассмотреть детали шедевра 15 века, написанного братьями Ван Эйками. На сайте сообщается, что этот проект стал одной из нескольких программ, которые проводились в рамках реставрации и сохранения алтаря. Алтарь впервые в истории был сфотографирован сантиметр за сантиметром. На интерактивном сайте выложены изображения различных частей генского алтаря в высоком разрешении. Таким образом, у ученых всего мира появился открытый доступ к произведению Ван Эйков. Помимо того, что на сайте можно рассмотреть изображения, написанные на деревянных панелях как с внутренней, так и с внешней стороны, там также можно увидеть и нижние слои живописи, которые открылись после использования ультрафиолетового излучения. На сайте также сообщается, что в процессе реставрации работы были сняты верхние слои лака, которые наносились на протяжении столетий. Таким образом, алтарь после реставрации стал ярче. Больше новостей о культурной составляющей нашей жизни на сайте www.tbn-tv.ru. Далее в выпуске «Новости спорта».